Академия «Локомотива» продолжает радовать болельщиков. На этот раз отличились ребята 2002 года рождения. Их команда выиграла Кубок РФС на турнире в Крымске. По этому поводу состоялось торжественное награждение, на которое пришли не только сами воспитанники и их родители, но и руководство клуба. В адрес молодых футболистов прозвучало множество теплых слов и поздравлений, но ребят просили об одном – не останавливаться на достигнутом. Это отметил и старший тренер команды Александр Васильев призывом работать еще больше и качественнее. Особой чертой команды 2002 года рождения отметили удивительную сплоченность. То, что мне очень понравилось, это вот именно тот командный дух, это вот сплоченность игроков с тренерским штабом. Вот, они были единое целое, и это вот как раз то, что нам нужно в таком клубе, как «Локомотив». Да, это очень важно. Но, тем не менее, ребята должны понимать, что это не только футбольное поле, это еще вне и за пределами футбольного поля. Они должны достойно представлять наш клуб и помнить об этом. Воспитанникам вручили новые смартфоны, а сюрпризом для всех стал локоторт с командной фотографией. После традиционного коллективного фото и сами ребята поделились своими мыслями. Ну, это был очень такой серьезный турнир, первый для нас, я думаю. Мы выиграли. Я думаю, не будем на этом останавливаться, у нас много целей, задач, будем идти дальше.